Проблема заключается в том, что когда вы жмете штангу лежа, то мышцы верха спины напрягаются статически, помогая стабилизации положения рук. Ту же роль выполняют трицепсы. На старте они тоже сокращаются статически, удерживая локти согнутыми под прямым углом. Однако потенциал статического сокращения мышц стабилизаторов мал, как и они сами. Как раз это и мешает большим грудным мышцам проявить свою силу в максимальной степени. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы помочь грудным мышцам, заставив сильнее сократиться статически мышцы стабилизаторов спины и трицепсы. Для этого вам следует замкнуть в кольцо резиновый амортизатор, перекрутить его восьмеркой и одеть на запястье. Прежде всего вам нужно лечь на скамью, принудительно растянуть амортизатор и только потом взяться за гриф штанги. Растяжение амортизатора резко повысит силу статического сокращения мышц верха спины и трицепсов, и жим лежа получится на удивление легким. Применяя амортизатор в течение нескольких недель, вы научите мышцы-стабилизаторы сокращаться сильнее, а потому ваш силовой результат в жиме лежа обязательно повысится. Успехов!